Приветствую вас. Ситуация заключается в том, что, отвечая на первый вопрос, который вы задаете, хочется сказать так. Что значит «на свой счет»? Вот если человек принимает ошибки других на свой счет, в положительном смысле, то есть, если человек считает, что это его ошибки, то это человек, который действительно не может разграничивать ответственность. Свою, чужую, неважно. Ну, не может человек это делать. Если человек принимает на свой счет ошибки других негативно, это значит, что он начинает усиленно ругать учеников своих, как-то их унижать, применять какие-то методы, меры пресечения, наказания там и так далее. Тут говорит о том, что данный преподаватель, ну, откровенно говоря, не уверен в себе. У него нет уверенности в себе, и в результате он любую негативную реакцию своих учеников, любой просчет их воспринимает как оскорбление самому себе. И в таком случае, конечно, можно говорить о том, что человек, ну, просто-напросто не уверен в себе. Такое бывает, и это не то, чтобы прям плохо, это скорее, знаете как, это скорее, профессионально недостаточно, скажем так. То есть человеку нужно как-то вот больше, знаете, работать над тем, чтобы повышать свою профессиональную ценность, может быть, или как-то свой профессиональный уровень, ну и так далее. Вот. Это в том, что касается непосредственно, значит, это то, что касается непосредственно принятие ошибок и неудач на свой счет. Дальше. Значит, как видите, при первом случае, при положительном случае, это неумение разграничивать ответственность, а при втором случае это неуверенность в себе. Это просто проецирование неуверенности в себе. То есть так она проявляется, эта неуверенность в себе. Дальше. Понимаете, движущая сила, да, можно считать движущей силой, но только в том случае, если преподаватель может правильно, естественно и на здоровой основе замотивировать человека на обучение. Например, создать такую естественную состязательную среду для того, чтобы ученики стремились получать, повышать свою успеваемость. Или помогал каждому из них найти, например, себя лучше. Тогда это движущая сила. Ну а если человек просто навязывает какие-то свои правила, если человек навязывает свои устои и считает, что он движущая сила, то это действительно опасно, потому что у преподавателя, несмотря на то, что это большая ответственность, есть и некоторая власть.
и некоторые рычаги управления. И как у любого человека, который обладает властью, обладает рычагами управления, у него есть ответственность. И не каждый человек эту ответственность осознает, к сожалению. И если преподаватель ее осознает неправильно, если преподаватель не умеет пользоваться своей властью правильно, во благо ученика, то да, это опасно. Это опасно и для него, потому что создается иллюзия того, что он правильно выполняет свою деятельность, ну и для учеников тоже, потому что им это вредит. Им это оказывает существенный вред. Вот, пожалуй, так я бы ответил на ваш вопрос. И отвечая на последний, понимаете, именно считать себя две силы, то есть выделять в своей деятельности, в своем взаимодействии с учениками такую вот форму, то есть присваивать себе звание, присваивать себе роль движущей силы, это вот, наверное, все-таки и есть проявление эгоцентризма. То есть если ученик какой-то имеет хорошие оценки, хорошую успеваемость, а преподаватель говорит, что это моя заслуга, что это его заслуга, и что это благодаря вот моему подходу процессу образования этот ученик получает такие оценки, то есть не из-за его способностей, из-за способностей ученика, а из-за подхода преподавателя. Вот это вот как раз такие выделения формы движущей силы. Это как раз таки и есть опасность, это и есть проявление эгоцентризма. И параллельно это же обесценивание достижений и результатов учеников, что является очень-очень плохим показателем, плохим фактором для дальнейшей успеваемости ребенка и для его дальнейшей жизни. Поэтому так важно организовать грамотную систему поощрения и наказания, чтобы поощрение не давало человеку вскружить себе голову, а наказание не подавляло. И едва ли то, что я сказал, не является идеалом. Обычно всегда существует перекос в какую-либо сторону, а то и сразу в дверь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.